Вы реально это решили снять? От имени группы Combat UA я всех приветствую на нашем складе, который находится в центре города. Координаты мы не светим, но нам сейчас наконец-то пришли очки из Китая. Вот это все очки, 500 штук. Ладно, шучу, не 500, 100 уже уехали на фронт. Здесь есть классные копии ESS-а. С тремя разными линзами. Именно такие мы уже отстреливали, отвезли на фронт ребятам, 100 штук. Осталось еще 100. И есть вот такие вот модели попроще. Вам понравится цена. Мы для своих ребят завезли 100 штук, но в розницу можно будет у Макса купить черкеса с небольшой наценкой. И самое главное, мы сейчас должны провести... Да-да, обязательно продаем, да, продаем только для армии. Нам нужно провести тест, времени ехать в лес куда-то нету. И вот там вот у нас небольшой полигончик. А напомню, у нас дроп тройка, мы именно тройкой все испытываем. Это достаточно крупные шарики, обычно это все делается пятеркой. Короче, все зажмурились, отвернулись. Я снимаю с предохранителя. Я не попал? Нет. Надо еще раз, подожди. Я просто боялся рикошета, отворачивался. Дубль 2. Да. Уточняю, мы первый раз не попали, потому что я отворачивался. Теперь мы все в очках, взяли приклад. Подожди. Готов? Да. Глаза закрыли? Да. А я не зарядил. Да, не было рикошета. Попал? Да. Есть? Есть. Комментирую. Итак, вот мы нашли наши очки. То, что они в такой страшной форме, не стоит пугаться, потому что мы их фиксировали, ну, не жестко, да, вот здесь вот. И их просто поломало и погнуло. Важнее момент, то, что дробинки не пробили очки. То есть, в любом случае, конечно же, очки это не маска, да, то есть, такой защиты они не дают, потому что не имеют упора вокруг, но вот от каких-то летящих мелких осколков, камушков, там, песка должны защищать. И опять же, очки должны выдерживать дробь пятерку, а мы стреляли тройкой, то есть, более крупной. Вот то, что осталось, это правое. И просто, чтобы вы понимали силу выстрела, вот то, что осталось от стены. Итак, очки, да, можете заказывать у Максима Черкеса.